Ну что, ребятки, как у вас дела? Да, надеюсь, все хорошо. Очередное включение от Джонни с полей Mortal Kombat X. Сегодня подписчик, а именно Влад Рудской, попросил меня сыграть несколько игр на Эрен Блэке за второй стиль. Как он называется? Вроде стрелок. Otto Man Baba 53. Окей. На самом деле, именно стрелок сейчас считается лучшей вариацией Эрен Блэка. И посмотрим, что я смогу за него показать. В определенное время я даже тренировал Эрен Блэка. Я знаю, как за него играть, но, конечно, я не мастер. Но, учитывая то, что как-никак опыт игры у меня есть, вот, сейчас я вам покажу основную тактику его игры и как за него побеждать. Надеюсь, если меня сейчас тут каждый второй не вскреет. Нет, это... Ой-ой-ой. Чё, братишка, перепутал. Вот это наказывается. Вставай, вставай, Такеда. Это ж Такеда, да? А, смотрите, какие сетапчики от Такеды. Блин, он должен быть в минусах после этого. Почему он не был в минусах? Пью. Вот так. Нет, спасибо. Твое НЖП тут не пройдет. У меня уже три полоски метра. Сейчас я могу использовать. Да ё-моё. Хватит. По одной и той же тактике играть. А, блин, я мог в конце кинуть шипы. Да, я немножко... Ай. Ух ты, я вот... Так, ладно. А, блин, как не попал. А, смотрите, он уже этот, он уже научился. Блин, смотрите, а, парень-то умеет. А, блин, использует сейчас две шкалы. Ай-яй-яй, какую-то ошибку допустил. Или он подумал то, что раунд закончил, или я не знаю, что-то еще. Да, к сожалению, Баба 53, в этот раз ты проиграл. Так, следующий оппонент. Блин, охота этот, кого-то посильнее. Я до записи, собственно, немного тренировал Эрен Блэка, чтобы вам уже показать лучший результат. И там был док, представляете? Я чуть не обыграл дока, но я, наверное, эту игру не включу, потому что там нет моих комментариев. Так, и это вообще какой Саб-Зиро был? Я не заметил, это, наверное, Грандмастер. Но я не знаю, насколько будет хорош Эрен Блэк стрелок против Грандмастера. Как бы есть у него пистолетики, но Грандмастер, он может так заколебать его, то что... Никакие пистолетики там, вот эти слайды, они не помогут. Да, это вроде Грандмастер или все-таки вторая? Вторая вариация. А, это нет, это Криомансер. Ну, это вот типичный Саб-Зиро, который никак не уймется. Ему нужно нажимать и нажимать на кнопки. Вот видите. Смотрите, сейчас оверхед будет. О, нет. Пошли миксапчики, блин. А, нет. Парень. Ну, его нужно зонить. Ну, это да, к сожалению, новичок попался. Сейчас я его просто без проблем перезоню. Чем третья вариация Эрен Блэка плоха, так это то, что вот именно у него нету хороших инструментов для борьбы с зонерами. Блин, неправильное у меня наказание, я бы мог нанести ему 28% вместо даже 29%, если там сделать захват. Ой-ой-ой, ну что, сможешь добежать? Ух ты. Ах, к сожалению, братишка, не твой день. Смотрите, пу-пу-пу-пу-пу. Ух ты! Видали, нет?
Ладно, давай, что покажешь. Ну, блин, это не оптимальная комбо. В общем, да, победил Саб-Зиро его же тактикой на нажимать вниз 3. Вот это да, вот эта тычка Саб-Зиро вниз 3 очень хорошая. Но, к сожалению, вот такие игры не показывают весь потенциал Эрен Блэка. Так, вроде нашло. Этот на PlayStation 3 намного этот быстрее. Фу, какой 3. PlayStation 4 намного быстрее еще, чем на ПК. И вроде Connect получше, но раньше-то он был похуже, как на PC. А сейчас, если бы они портировали на PC, мне кажется, было бы практически так же или даже лучше, да. К сожалению, этого мы, наверное, уже не увидим. Так, где у нас Эрен Блэк? Какие вообще у меня скины есть? Ой, ну это прям, да. Дорога ярости. Мне нравится, да. Можно было, конечно, что-то оригинальнее. Ой, неужели это пирсинг Мелина? Господи, как же они меня уже достали. Вот люди вообще не имеют своего мнения. Хотя, наверное, это можно и ко мне отнести, потому что я начал играть, поигрывать за чужого, да. То есть я посмотрел его потенциал. Но за чужого-то мало играют. Все играют за пирсинг Мелину. Это же пирсинг. Да, это пирсинг, это пронизывающая Мелина. После того, как Фокси Грампа начал за нее тащить. Все переключились на эту Мелину. Как будто это то, что они... Как будто, да, Мелина этот позволит им побеждать. А, блин, я же мог это наказать. Основная сила Эрена это в его миксапах. Смотрите, как все это легко дается. Или мне самому тоже начать играть за пронизывающую. Хо-хо, такого я не ожидал. Это прям, я не знаю, технологии про игроков. Хорошо. Блин, я не смог наказать. Ну ладно, хотя бы такое наказание. Фью-фью. Блин. Хорошо, смотрите, как много урона. Еще больше стало. Так. Юпи. А, ну ладно, хотя бы так, я не знаю, не очень, конечно, впечатляющее действие, да. Но, в общем, играю как могу. И вот эти Мелины, конечно, они размножились вообще в огромной геометрической прогрессии. Как только Фокси Грампа начал за нее играть, как только она начала считаться топ-тиром, все, короче, только Мелина, да, мы играем за Мелину. Я не знаю, почему за чужого не играет. Вот я, да, начал поигрывать за чужого, а почему-то этот, остальным, видно, не так он нравится. Так, вступаем в бой. Надеюсь, в этот раз попадется достойный. Чё? У меня против него шансы 33%. Фига себе. Может, реально кто-то типа меня там только что начал и там уже начинает побеждать сильных оппонентов. Ну, посмотрим. Блин. Ё-моё. Я не люблю игроков, которые играют за персонажей, которых я не знаю. Не нужно играть за Джейсона, пожалуйста. Кстати, видели, вчера же был ESL финалы, и там Мадзин, да, игрок за Котлькана, игрок за Саб-Зиро, он показывал своего Джейсона довольно-таки неплохо. Но из-за того, что Фокси Грампа взял поломанную Мелину, к сожалению, он выиграл. Но там весь чат именно болел за Мадзина. Ага. Ой-ой-ой. Я не знаю, что он делает, я вообще не знаю. Это командный захват, это обычный захват. Ё-моё, смотрите, какие очень быстрые это, да, нормалы. Так. Этот парень умеет играть, а я нет.
Смотрите, он реально умеет играть. Я это все впервые вижу, блин. Ладно, давайте этот. Я сейчас соберусь и его обыграю, потому что я не делаю то, что нужно. Мне нужно идти и провести его. Вот это что такое было? Я не знаю, блин, я впервые играю против таких. Против этого персонажа. А парень-то умеет доиграть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это реально кто-то очень крутой. Мне нужно было взять своего основного персонажа. Вот тебе, я говорю, две крайности. И все, короче, проиграл. Жесть просто. Да. Или слишком слабые противники. Или какие-то сильные, но... Я бы его без проблем обыграл, конечно, если бы за своих основных играл. Эх. О! Вроде достойный оппонент. 466 на 328. Посмотрим. Хотя, может, зря я не вставляю игры, где там этот в одну калитку побеждаю. Не знаю. Я смотрел других ютуберов, и они без проблем там вставляют игры, где там флоулс, еще там что-то такое. Если бы я не редактировал это видео, да, и все игры шли бы по порядку, то мне бы это быстро наскучило, мне кажется, вам тоже, потому что там очень много игр, где я без проблем обыгрываю. Я, наоборот, ищу игры, где, собственно, оппоненты сильнее меня или хотя бы наравне со мной, чтобы... Ой-ой-ой. Так, ну-ка сейчас. Нет. Ну-ка, братишка. Ну, типичные, короче, тактики Sub-Zero показывает нам парень. Не понял. Изменили, что ли? Почему он промахнулся командным захватом? Неужели его ухудшили? Или Sub-Zero просто был далеко? Вот, можно вот так сделать, чтобы развести своего оппонента. Да ё-моё, хватит тебе уже пинать. А, ну все, да. Я тут совершил маленькую ошибку. Я хотел сделать захват, но получились вот эти шипы. А, примерно такие игры. То есть, понятно, да, вы должны адаптироваться к противнику. И мне кажется, что у Эрон Блэка является большим плюсом, так это когда он, собственно, находится вблизи. У него хороший прессинг, особенно вот за счет своей стойки командной. Он может ее отменить, он может как-то развести вместо командной стойки после серии ударов 2-1-1, 2-2. Он может сделать вот этот, получается, верхнюю монетку, да, то есть это уже не лоу будет, а оверхед, то есть по-разному. А когда он находится уже на расстоянии, он берет свои пистолетики и начинает зонить. А поэтому... Персонажа я считаю сильным. А, ну давайте с этим парнем тогда уж поиграем. Это вроде уже другой, да. У этого стата 340 на 340, ну 50%. Как все идеально, но надеюсь сейчас у него будет 344. Кстати, там же этот, там же кто-то мне писал, короче, ты что-то этот... Часто уже начал проигрывать. Я наоборот, короче, я думаю, как сделать свои игры интереснее, да, чтобы зрителям было приятнее смотреть. Потому что я записываю 15 минут, и все игры выигрываю, и все, короче, на этом. Поэтому я начал записывать примерно 45 минут или 1 час, чтобы отобрать только лучшие игры, там, где я проигрываю. И
у людей, собственно, возникли... Да ё-моё, что-то я заговорился. И даже на это у людей возникли претензии, да? Что-то ты... Блин, постойте, это Hellfire, что ли? А, точнее, Inferno, блин. Что-то я думал, что это вариация с огненной аурой. Ух ты, сможет, нет, скомбить? Примерно так. То есть, если я загружаю игры, где я проигрываю, то это этот... Все равно, короче, у некоторых людей будут жалобы. Это должно было наказываться. Я не знаю, что это такое было. Пиу. Нет? Отличная тактика, конечно, да? Но если я на это попадаюсь, то почему бы и нет? Да, просто оппонент подбегает и делает захват. Отличный игрок. Но это я про себя, да, то, что не могу на такую реагировать. Опять же, это не мой основной персонаж, Iron Black, но вот примерно так за него нужно играть. О, колпак, ну все. Да, сейчас меня накроет полностью. Вот видите, да, в стремлении сделать свой контент интереснее, все равно этот всех, собственно, не удовлетворишь. Всегда будут те, кому это не нравится. Но это да, это обычно те, которым вообще ничего не нравится, все критикуют. Так что отныне я буду публиковать только свои победы. Понятно, нет? Если в матче я не делал flawless victory, вот, это никак не попадет в видео. Так, постойте, у этого парня вроде есть микрофон, но, к сожалению, я его не слышу. У меня микрофон сломался, тьфу, точнее наушники, да, но посмотрим. Посмотрю уже в Premiere Pro, что он там говорил мне. И довольно интересно. Вот видите, да, как можно разводить. А ты, собственно, не продолжаешь атаку. Фу. Но вот эти камбы, конечно, делать... Новичку будет сложно. А, ну вот видите, да. Это видео обязательно, собственно, этот матч обязательно попадет в видео. Я тут уверенно побеждаю. Ух ты, молодец. А тут уже не молодец. Не нужно это делать, блин. Вот видите, как много новичков, да? Мне будет... Там, кстати, есть дыра. Так, это конец раунда, нет? Нет. Сколько я уже жду, я не знаю. Уже прошло примерно 2-3 минуты, я не знаю, что он не ищет. Уф, PlayStation, PC, одна и та же хрень. Так. Нет, нет. Носочек. Не хочу я с носком играть. О, мэн. На самом деле, с одной стороны, это хорошо. Но плохо то, что меня кидает к таким игрокам. Это у них кайфа не будет. Да и у меня. Я не хочу вот побеждать
очень слабых игроков. Окей, iconic player Рофл. Ему нужно было написать две буквы R, чтобы Рофл, собственно, продолжался после плеер, но может это такая фишка. Блин, что такое, все за Триберга играют. Окей, ребятки, последний бой. А если я смог записать ту битву с Доком, вот ждите после этого матча. Ну, вы можете уже по длине этого видео посмотреть, да? Есть там следующий бой или нет? Ну, посмотрим, что нам этот паренек покажет. Я не думаю, что это какая-то оптимальная комбинация. Такое ощущение, да, было то, что... О, как вам конфирм? Ага. Вот такие игры. То есть, да, нужно сохранять, конечно, баланс, чтобы с одной стороны игры были интересными, а с другой... скилловыми, да? То есть, понятно, если буду играть постоянно против лучших игроков России за персонажей, вот, скажем, Эрен Блэк, да, я вообще за него не тренировал. Ай, блин, это сетап, окей, сейчас посмотрим, что будет дальше. Слишком ты далеко находился. И все. Нет. А, ну да. Такие дела. Надеюсь, ребята, данный выпуск вам понравился. Опять же, это первый раз, когда я взял Эрен Блэка примерно после 3-4 месяцев. Как бы я его тренировал примерно... 1-2 недели, ну как 1-2 недели, точнее там 2-3 дня я его тренировал, да, потом там возможно 1-2 недели так поигрывал, это было еще на PC, и вот такие результаты. Вот, если игра у меня осталась, то конечно она сейчас будет, а так всем спасибо, что смотрели, и пока.